Премьер-министр Никол Пашинян провел в Министерстве обороны совещание с высшим офицерским составом вооруженных сил. На совещании Пашиняном обсуждалась отставка главы генштаба Оника Гаспаряна и замена его на генерал-лейтенанта Артака Давтяна, которого до этого Пашинян сам отправил в отставку. «Я представил президенту республики ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил. Господин Давтян возглавлял генштаб с 2018 по 2020 годы. Он всем известен своей работой и пройденным путем. Убежден, что вместе мы сможем преодолеть это испытание. Из этого испытания вооруженные силы Республика Армения, наше государство выйдут более сильными», – заявил Пашинян. Кочел царайчан, ханун Хайастани Харапетучан, ханун Арцахи, ханун Хайжогорти. Шнуракар.